Здорово, пацаны. Сегодня первый снег. Пришел вот посмотреть зимой на культурное наследие Орла. Все-таки Орел культурная столица, литературная столица. Ну вот, стою тут внизу ока, льдом не покрытая. Вот сюда, наверное, Тургенев выходил и тут свои книжки придумывал про Муму и про прочую канитель. Как-то так. Здесь у нас беседка. Я думал, она древняя, но тут почему-то USB потолок сделан, значит, она не настолько древняя. Также у нас есть здесь всякая наскальная живопись, как всегда. Вот, Цой жив. Что-то тут непонятное. Звони, позвони Марго. Там что-то там тра-та-ты-та-ты. Как-то так. Что тут у нас еще? Вот. Анархия, опиум для народа. Агата Кристи. А также, я был очень удивлен, но это так и есть. Жесткий секс, звони. Номер Витя Агыга. Как так? Витя Агыга очень популярен в городе Орле у определенного контингента. И, не знаю, можете позвонить, конечно. Я не могу сказать, это его номер или нет. Вы можете проверить. Ну, в общем, вот такая вот зима в Орле. Вот, кругом деревья, беседки, какие-то непонятные разломанные штукендрии. Как один парень мне там сказал: почему ты говоришь все время, что жизнь хреновая, слух режет? Жизнь, пацаны, заебись, охуенная. Да, забыл добавить, что я нахожусь в городском парке культуры и отдыха. Тут 200 метров до администрации города Орла и до улицы Ленинской. Красота! Жить хорошо! А вот это, ребят, уже нормальная такая беседка без проваленной крыши. Это вот культурное наследие настоящее. Вот это вот внизу река Ака, набережная. Новая. Вечером здесь горят фонари, очень красиво. Какой-то дым идет из трубы, из важной, потому что мы здесь все рабы трубы. Как-то так. Ну и опять же у нас наскальная живопись. Тут все дела. Вось алкаш какой-то там. Типа туда-сюда. Дима плюс Катя. Да, ты вооружен. Что-то, что-то. И написано, пожалуйста, вот Попов Егор. Ну, вы дальше сами поняли, что там представляет из себя какой-то Егор Попов. Да. А вот здесь вот перед вами стоит ДК «Юбилейный». Когда-то по молодости я приезжал сюда и выступал, да. Но это было в далеких 90-х прошлого века. Как-то так. Было очень много всяких здесь рокеров, тусовщиков, и вообще вот эта территория была вся заполнена бухающими пацанами, девчонками, которые там регулярно спускались вниз, там окунались в оку, потом обратно залазили. Возле этого ДК был прям на улице разлив водки, кока-колы, фанты, все это продавалось, пацаны напивались и делали металл. Как-то так. Все это было очень круто. К сожалению, сейчас такого нет и уже, наверное, никогда не будет. Потому что это всю канитель, я слышал, сдали в аренду какому-то человеку на 50 лет. Вы представляете, на 50 лет сдали в аренду. За 50 лет тут может, я не знаю что, мы уже переселимся на планету Марс, а половина на Луну, а человек до сих пор будет в аренде держать ДК «Юбилейный». А вот, ребят, у нас тут раздельный сбор отходов. Вот в этот контейнер ложится бумага, в этот стекло, в этот пищевые отходы, в этот ложится, ну, короче, что-то, одежда сюда ложится, сюда ложатся ботинки, сюда ложатся зубные щетки.
Как-то так. Вот это раздельный сбор отходов. Сейчас борются люди за экологию. И как бы раздельный сбор отходов — это приоритетная тема сейчас для многих городов. Вот и в Арле тоже начали такой фигней заниматься. Ну а вот это вот задняя сторона ДК «Юбилейный», в котором проходили рок-фестивали города Орла. Вот здесь вот как раз все и происходило на задворках этого ДК. Здесь вот люди тусовались и выпивали. Пойдемте, я покажу вам, где был вход в гримерку. Потому что в гримерке я был частый гость. Там готовились группы к выступлениям, настраивались гитары. Вот. Какие-то сейчас уже не те совершенно надписи на стенах. Раньше было тут все исписано Slayer, Metallica, там Ozzy Osbourne и прочее, прочее. А сейчас какие-то уже надписи не те. Вот эта вот зеленая дверь — это вход в гримерку был. Раньше там группы настраивались перед выступлением. Естественно, вот та дверь — это выход из концертного зала был. Как-то вот здесь вот тоже по всей вот этой территории люди кружились. Я лично вот под вот тем деревом любил валяться. И вокруг меня моя банда там валялась также. Вот со стороны, как смотрится, это ДК «Юбилейный», как таблетка такая. Вот с этой стороны был центральный вход, куда заходили зрители, фанаты и прочие товарищи. Здесь обычно парковалась милиция и наблюдала со стороны за всем этим действием. Да. Вот, а туалет вот тут зеленый, он как был вот. Туалет, так он и есть туалет. Ничего не поменялось за 25 лет. Вообще ничего. Он как был подземный бункер, так и есть. Туда страшно заходить и по сей день.